Здравствуйте, в эфире информационная программа «Республика» в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Территория развития. Левый берег Волги скоро изменится до неузнаваемости. Косить нельзя, разыскивать. Военкомат прекращает розыски уклонистов. Его Величество Орган, Чувашская государственная академическая симфоническая капелла, открывает новый сезон. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в Заволжье. Левый берег Волги скоро изменится до неузнаваемости. Проведут газ, снесут бараки, создадут рекреационную зону. Это планы ближайшей пятилетки. Как их будут предварять в жизнь, увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Насосная станция на окраине поселка Сосновка вот уже 30 лет оберегает территорию от паводков. Для Заволжья это стратегический объект. Если уровень реки Таровянка поднимется выше положенной отметки, то турбины начнут перекачивать воду дальше, в Волгу. На полную мощность они работают только весной. Осенью агрегаты обследуют и ремонтируют. Оборудование здесь стараются менять каждый год. А недавно и в здании провели капитальный ремонт. Но и этого недостаточно. В ближайшее время необходимо модернизировать устаревшую технику. Мы надеемся все-таки, что оборудование будем внедрять новые, значит, автоматическим управлением, совершенно энергоемкое, эффективное оборудование будем внедрять. А так, значит, резервная линия электроснабжения, которая была предусмотрена, не была построена. Пока турбины справляются с потоками. Ситуация изменится, когда уровень Чебоксарского водохранилища поднимется до отметки 68. Возможно, что здесь придется возводить еще одну станцию. Выше 63 метра уже начнется затопление домов, да? Да. У нас, потому что вот уровень рельефа где-то 63-65. Там есть такие улицы, да, ведь у нас? Вот поэтому. Но до 63-й отметки это недопустим, конечно. На развитие территории Заволжья из бюджета региона выделяются большие средства. Красоты и экология левого берега так и манят к себе горожан. Последнее время здесь стали чаще строить коттеджи. И власти республики это тоже приветствуют. Чтобы люди сюда стремились и дальше, необходимо реализовать ряд крупных проектов. Из 5 населенных пунктов Заволжья только в Сосновке имеются биологически очистные сооружения. Система водоснабжения, хозфекальной канализации в 3 поселках. Для повышения качества воды администрация города Чебоксары планирует в 2014 году привлечь средства из республиканской целевой программы обеспечения населения Чувашской республики качественной питьевой водой. Раньше качественной питьевой воды в домах жителей Заволжья появится голубое топливо. Строительство газопровода начнется уже в следующем году. Сейчас необходимо в сжатые сроки оформить документы. Вот я хочу сразу поставить перед вами задачу. Уже надо начинать проектировать. У кого нет правоустанавливающих документов, готовить эти правоустанавливающие документы на объекты, для того, чтобы проектировать. Прежде всего, «Газпром» будет перед нами ставить по факту потребления газа. В ином случае, понятно, я говорю о том, что «Газпром» за счет своих инвестиций всю эту газификацию будет проводить. 83 котельных и 1505 домовладений. Мы должны готовы быть к моменту сдачи объекта стороны «Газпрома», эти потребители должны быть готовы к потреблению газа. Тогда обоюдное исполнение обязательств, соглашений будет выполнено. Газопровод будет проходить и по территории лесного фонда. Чтобы не возникало проблем, земли планируют перевести в муниципальную собственность. Но и надо подготовить частный сектор. Я понимаю, тут в основном дома там на травах, но и дома они не такие, как строят наши жители Чувашской республики. В основном там и котельные надо будет строить. Улучшить Заволжье необходимо и демографическую ситуацию. Сейчас показатели не радуют. К примеру, местную школу посещают всего 190 детей, хотя она рассчитана на 500 ребят. Посетил Михаил Игнатьев и больницу, которая расположена в одном здании со школой. С медиками он поговорил о повышении заработной платы. А пациентов поинтересовался, насколько они довольны работой врачей. Претензий не оказалось. Глава республики заметил, что в ближайшее время и здесь необходимо провести ремонт. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.
Охота за уклонистами от армии отменяется, а длительные розыски заканчиваются. Об этом на встрече с журналистами рассказал сегодня военный комиссар Чуваши Александр Макрушин. Он подвел итоги весеннего призыва и сообщил об особенностях осеннего. Ольга Григорьева продолжит тему. Планы по весеннему призыву выполнены полностью, рапортуют в военном комиссариате Чувашии. Из вызванных в специальной комиссии явились почти все. Это более 6 тысяч человек. Выполнять свой долг перед Родиной отправились чуть свыше 2 тысяч. Остальные получили отсрочку, были признаны негодными к службе. В Чувашии это почти каждый третий подлежащий призыву. Или попросту откосили от армии. Уклонилось. У нас от службы 78 человек. Еще хочу отметить, что все-таки у нас в длительном розыске находится 3308 человек. Это достаточно много. По данным военного комиссара, большинство уклонистов, как правило, в Чебоксарах. Осенью республика должна отправить в армию немногим больше 1340 призывников. Но играть в «поймай уклониста» военные комиссариаты больше не будут. Охота отменяется благодаря принятым изменениям в соответствующий закон, направленный на повышение привлекательности военной службы. Раньше и служившие, и неслужившие получали в комиссариате военные билеты. Последние приходили за ними обычно в 27 лет, когда призвать на год было уже нельзя. Как правило, они получали билет, где в графе прохождения службы записи не значилось. Теперь будет по-другому. 27 лет ему исполнилось, они приходят, получают. Мы все варианты ихнего видения, почему они не пошли служить, выслушиваем и выносим такое постановление, что не имея законных оснований, он не служил. И делаем запись в военном билете. Словом, соответствующая надпись в военном билете, как следствие подмоченной репутации, вряд ли кому на руку. Всерьез считают в военном комиссариате. Более того, отныне для уклонистов закрыты двери на государственную и муниципальную службу. В свете изменений в Чувашии появились служащие, готовые вступить в солдатский строй, но опоздавшие, поправки уже в действии. А вот для тех, кто добровольно исполнил конституционную обязанность, законодатели предусмотрели льготы. Если отслужившие захотят поступить на госслужбу, то их кандидатуру будут рассматривать в первую очередь. А поступать в вузы они смогут на льготных условиях. Первый шаг к тому, чтобы полностью искоренить вот эту систему длительного розыска и так далее. Что все-таки призывники должны понять, что бегать – это невыгодно. Еще одно новшество осеннего призыва – отсрочка для обучающихся в духовных образовательных учреждениях. А вот иностранцы, получившие российское гражданство, пусть и отслужившие, будут призываться теперь уже в российскую армию. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, «Республика». Они вернулись оттуда, откуда в далеких 40-х не вернулся каждый второй. В Смоленской области, где, как говорят специалисты, земля усеяна останками солдат Второй мировой, поисковый отряд из Чувашии нес вахту памяти. Оба прадеда, смолянина Вани Титова, не вернулись с войны. Они пропали без вести. Отыскать их пока так и не удалось. Зато уже несколько лет молодой человек помогает вернуть именно тех, кто погиб и остался лежать на полях сражений. У Ивана множество помощников из разных уголков России. На этой вахте памяти в духовщине мы познакомились с отрядом из Чувашии «Память». Они были абсолютно неподготовлены. Для них это было все в новинку. Для нас это было нетрудно научить их тому, чему нас научили, передать какой-то опыт. Сразу было видно, что ребята очень загорелись этим, им это очень понравилось. Для студентов историко-географического факультета ЧГУ и преподавателя Сергея Кадыбайкина это первая экспедиция. Сама же вахта 15-я по счету. 12 дней более полутысячи молодых поисковиков жили в полевых условиях и работали там, где 70 лет назад гремели страшные бои. Смоленская область была выбрана не случайно. Здесь у нас погиб уроженец чувашской земли, это Винокуров, в честь которого названа улица в городе Новочебоксарске, командир 100-й бригады, которая погибла, выполняя свой долг в операции «Марс» в 2 году. Также под другими городами и населенными пунктами Смоленской области, безусловно, было много выходцев с чувашской земли. Основная задача отрядов – найти и перезахоронить с военными почестями воинов Второй мировой, вернуть родным и близким дорогие имена. Только за эту вахту удалось найти около 300 бойцов, а 11 защитникам Родины восстановить имя. Впрочем, для истории важны любые детали того времени. Так мы занимаемся поиском, мы находим бойцов, которые гибли во время боя. Естественно, с ними находились их личные вещи, самые банальные – нож для бритья, бритва,
карандаш. Ну, это каска образца 42-го года, сейчас 42, стальной шлем. Это по форме, можно сказать, что осколок вошел здесь, поскольку загиб идет во внутреннюю сторону, и вышел с этой стороны, поскольку загиб идет в обратную сторону. Осколок от мины вполне вероятно, от гранаты. Легендарный полководец Суворов когда-то сказал, война не окончена до тех пор, пока не будет предан земле последний солдат. А значит, у бойцов поискового фронта впереди еще много сражений. Вполне вероятно, что и следующее лето ребята проведут на раскопках. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла готовит для зрителей большую концертную программу «Его Величество орган». Завтра коллектив собирается открыть новый творческий сезон. В концерте впервые будет представлена музыка для органа. На концерт приглашены почетные гости из Казани, в их числе профессор Рубин Абдуллин, известный в России и за рубежом как талантливый интерпретатор органной классики. Музыкант исполнит знаменитые «Токкату» и «Фугу» ре минор Баха и «Адажио» Альбинони. Напомним, что король музыкальных инструментов орган появился в нашей республике совсем недавно. В августе этого года симфоническая капелла при поддержке правительства республики смогла приобрести орган, произведенный на одной из крупнейших голландских фирм. Благодаря новому музыкальному инструменту у Чувашской симфонической капеллы появилась возможность исполнять самые сложные произведения. Не хлебом единым жив человек. Человечеству хочется песен. Ведь они строить и жить помогают, известная чувашская исполнительница и педагог Земфира Яковлева к своему 74-му дню рождения выпустила новый сборник песен «Осенние узоры». Земфира Яковлева родилась в Красночитайском районе. В 20 лет покинула родную деревню Сормово и поступила в Канашское педагогическое училище, а затем и в Казанский педагогический институт. Петь любила с самого детства, но всю свою жизнь посвятила преподаванию. Учила музыке детей от мала до велика в Канаше и в Чебоксарах. Со временем стала руководить хором мальчиков, детским фольклорным ансамблем. Одновременно была заведующей отделом художественного воспитания. Со своими студентами Земфира Кузьминична разучивала старинные чувашские песни, но чаще сама писала музыку к стихам известных авторов Чувашии. Так родился первый сборник фольклорных произведений и собственных песен. На сегодняшний день у Земфиры Яковлевой более 20 песенников, методических пособий и статей. Заслуженный учитель Чувашии открыла десятки талантов, дала им путевку на большую сцену. Очень хороший педагог. Я очень уважаю ее. Хороший специалист. Она учит народные песни, позабытые даже, можно сказать. Все произведения, написанные Земфирой Кузьминичной, исполняет известный в республике фольклорный ансамбль «Щеньял», а также студенческий ансамбль «Сибедь». Композитор по совместительству является художественным руководителем этих творческих коллективов. Титарчук, Александр Петров, Республика. В Новочебоксарской спортшколе номер 3 проходят всероссийские соревнования по настольному теннису ТОП-24 среди мини-кадетов. 24 сильнейших спортсмена 10-11 лет из всех уголков России приехали в Чувашию, чтобы вновь сыграть в любимую игру, ну и, конечно, победить. Играть в настольный теннис ребята будут 4 дня. Отдельно девочки и мальчики. А в последний день соревнований за призовые места поборются и в парных играх. Чувашию представляют 8 спортсменов. Сюда реально приехали самые сильные ребята, будущие кандидаты в сборную страны. Значит, и хочется даже сказать, что, наверное, будущие призеры первенства Европы, мира и так далее. Ребята сюда отбирались не один год. То есть отбирались сюда ребята по российскому рейтингу, то есть который нарабатывается годами. Борис занимается настольным теннисом 7 лет. Он первый раз участвует в соревнованиях российского уровня. На этих соревнованиях он сыграл пока только один раз и выиграл со счетом 3-1. Мой папа сам когда-то ходил в настольный теннис. Ну и один раз он мне показал кассету, как играли. И
И там было очень много моментов, очень интересных, когда перекрутка была. И мне понравилось, во-первых, какая физическая подготовка у спортсменов. И во-вторых, какая у них реакция и другие способности. Я бы хотел попасть в топ-2, чтобы поехать на чемпионат Европы за мини-кадетов. Катя уже успела стать чемпионкой России в смешанной паре и чемпионкой Европы в личном разряде. На этих соревнованиях позади уже 3 игры, и девочка снова побеждает. Вся семья у нас очень любит этот вид спорта. Он вообще такой интересный. Мне он очень интересный. Нужно развивать мозги, развиваются, потому что надо думать быстрее. Круговая система игр – самая точная для определения потенциала участников. Победитель выявляется по наибольшему числу побед. Имена сильнейших будут известны в субботу. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Рестораны «Мидзуми» и «Посиделки» в Чебоксарах исполнилось 5 лет. Они уже твердо стоят на ногах и не перестают радовать посетителей оригинальными блюдами и необычными мероприятиями. Сотрудники национального телевидения «Чуваши» поздравили с днем рождения и исполнили песни вместе с группой «Река времени». Танцы, конкурсы, вручение подарков, песни в исполнении сотрудников национального телевидения. Все это в честь 5-летия любимых ресторанов. В каждом заведении своя программа, и гости любители японской кухни отметили день рождения ресторана «Идзуми». В их меню традиционные для страны восходящего солнца блюда и напитки. В посиделках все по-русски, на широкую ногу. А еще зажигательные танцы и песни сотрудников национального телевидения «Чувашия». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.